Видео сделано при поддержке игрового сообщества Best Games. Подписывайся, там много всего интересного о компьютерных и мобильных играх. Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер. И тут я что-то поскучал по рестлингу и решил скачать игруху Immortals WWE. И тут у меня все с нуля, конечно, все лажово, прокачанных персов нету, я немного совсем поиграл. Итак, у нас есть режим испытания. Игра, кстати, от тех же разработчиков, от NetherRealm Studio, которые придумали и выпустили на Android и iOS Mortal Kombat X, а также Injustice. И вот... это одно из творений. Я когда-то давно очень делал на нее обзор еще на канале Soul Playing Game. А теперь у нас летсплей, давайте сыграем. Итак, у нас испытание. Здесь мы можем выиграть сцену. Короче, Dashing Rock Джон Сена. Вот как-то так. Здесь у меня немного испытания пройдено. Самый прокачанный перс у меня — это ледяная глыба. Поэтому видоса называется «Кому пивка?». И сейчас мы им будем рубить. Давайте немного улучшим наш второй спецприем. Совсем немного. Ну и пустимся в бой. Наваляем, так скажем. Также испытания здесь проходят, где мы можем выиграть золотого персонажа. Здесь также есть слияния различные. И позже мы пройдемся по всем пунктам. Да что ты, какой вообще прям сильный ты, смотри-ка, а? И полегче. Ага, у нас тут случайная смена игроков. Все точно так же, как в Mortal Kombat. Такая же система. Оп, мы поменялись. Ух ты, как навалял-то. А, фак! Спецприемы я не использовал. Сейчас я тебя наваляю, блин. О, Брок Леснар у нас тут. Чувак из лавы просто. О, черт. Фак, фак, фак. О, видели, как он пивом обливает просто? Типа, на, попей, дружище. О. Фак. Вот такие здесь здоровяки. Привет. Получай. Хоба. А теперь пивасика глотнем и дальше продолжим уже Броком Леснаром. Получай, блин. На Юлия, кстати, похож. Немножко по-другому приоделся и подзагорел так. На Юлии из Богов Арены. Если вы не поняли. Блин, он так часто их меняет, что я не успеваю, блин, одуплить, кем я играю. Получай. Леща, на, еще леща. Прям башкой меня. Где твои мечи, Юлий? На самом деле, чувака по-другому как-то зовут, не помню, сейчас мы посмотрим. Ты что такое, прям? Биг Шоу. Если у меня на канале любители рестлинга, пишите в комментариях, кто из вас там любит смотреть SmackDown. Пивка еще немножко. И дальше у нас Брок Леснар. Хуп, 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 хуп. Отхватил? Ты отхватил? Вот, кстати, у нас Сена. Сержант Сена, по-моему, как-то так. О, черт, по-моему, сейчас жопа сядет. Ух, прям... прям. И наш Брок Леснар вылетел. Остался лишь Сена. На тебе башкой. Также есть персонажи бронзовые, серебряные и золотые. Позже мы отправимся в магазин, и я вам все продемонстрирую, дорогие друзья. Офигеть, ты че? Такой дядя прям не маленький. Все, это каранты.
Вылет. Это просто был вылет. Давай! Звук, кстати, от бутылки стеклянной, а не от металлической банки. Вот это косяк. Но ничего, это простительно. Тут же у нас все-таки такая нестандартная игруха. Ну, мы прошли еще один бой в испытании. После того, как мы пройдем четвертое испытание, мы получим серебряный дамбор. Давайте отправимся в магазин, и я вам покажу, что у нас тут есть. Есть серебряный набор начинающего, набор Triple H, игрока. Здесь у нас сразу три карты персонажа. Золотой набор начинающего, Сет Роллинс. Бронзовый набор, малый набор испытаний, набор снаряжения, серебряный набор, набор Brothers of Destruction, большой набор испытаний, шкафчик со снаряжением, то есть здесь также есть снаряжение, особый золотой набор, просто по акции, и The Shield, щит, набор щита, 750, офигеть, ну столько у меня нету сейчас. Далее, вот все персонажи, бронзовые, дальше серебряные идут, вот у нас следующий чувак, которого я хочу купить, ну и наш Стив Остин, Soldier, солдат, странный здесь, кстати, перевод русский, могли бы просто написать солдат, а не Soldier, блин. Роман Рейнс, Джон Сена, снова у нас Стоун Колд. А также я видел, что здесь есть и Стинг. Но вообще персонажей здесь очень много. Вот здесь у нас также карты поддержки. Ну или карты талантов. Здесь они карты талантов, а так в Mortal Kombat это карты поддержки. Так, игра. Здесь у нас основной как бы сюжет идет. Здесь мы можем побороться и с гробовщиком, игроком, сценой и так далее. Но я остановился сейчас вот здесь вот. И пока мои персонажи могут отхватить, пока они не готовы. Дальше есть сетевой матч. Это те же войны фракций, только здесь вот сетевой матч просто. Здесь мы тоже можем выбрать персонажей, которыми будем бороться. Давайте изменим команду. Возьмем Стива Остина, Роман Рейнса и... Ладно, пусть он говорит за меня. Не все время же мне говорить. Как вам игра? Пишите в комментариях, у кого она была скачана давно. Дальше, есть списки лидеров, здесь то же самое, как в войнах фракции, все показывает, у кого сколько очков, кто что получает. Ну, я, мне кажется, пока я вообще ничего не получаю, потому что персы у меня не прокачаны, очков у меня мало, награды вот, вот такие вот за первое место, а я, наверное, в какой-нибудь попе нахожусь. Ага, смотрите. Вот эти вот значки означают, кто на каком месте находится. Теперь я понял. У меня получается звездочка. Следовательно, я получу... Так, где тут звездочка была? Ага. Две карты необычного снаряжения, 4 обычного и 50 тысяч. Неплохо, но мало. Так. Что это я вышел из сетевого матча? Давайте проведем один такой сетевой матч. Немножко очков наберем. Одиночный матч выберем. Сейчас я вас просто знакомлю с этой игрой. Знакомлю тех, кто в нее не играл. Кто не знал о ее существовании. Арена здесь тоже красочная. Графика очень хорошая. Ну, на iPhone 6 выглядит все приятно. Ну, давай, получай. Получи, сына! Получи, сына! Ты чё против ледяной глыбы, а? Может тебе пивка налить в рот прям? Вот сейчас взять вот так вот.
Сейчас мы его накормим просто пивасиком. На, подавись, блин. Еще в затылок ему. Вот. Отхватил. Еще отхвати. О, what the fuck? Кстати, что-то он у меня жизнь-то нехило убавил. Давайте Брока Леснера. А, и Брок тут сразу начинает отхватывать просто. В нокауте, Брок. Офигеть, блин, этот сцена вообще крутой слишком. Так, интересно, завалю ли я их всех? Fucking shit! Поражение. Да, что-то персонажи-то у меня совсем слабенькие. Будем качать. Нолик. Ничего мы не получили. Да, нужно срочно прокачиваться. Пишите в комментариях, у кого кто любимый рестлер в этой игре. И не забудьте войти в WB Play, для того, чтобы ваша учетная запись сохранилась в облаке. Обязательно это сделайте. Допустим, в будущем вы захотите удалить игру, но все ваши сохранения, все результаты, они останутся в вашем профиле. Так что рекомендую зарегистрироваться и играть. Ну а на этом все, с вами был Фликер, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео, не забываем оставлять комментарии, подписываться и делиться с друзьями. А также ВКонтакте есть сообщество Фликер Mobile Gamer, которое я специально создал для того, чтобы делиться с вами помимо видео какими-то скриншотами и не только, а также выкладывать ваши работы. Не забываем подписываться. Всем пока!